«Неотпитая чаша». Так называл Монголию русский художник, писатель, философ и путешественник Николай Рерих. А его жена в одной из экспедиций записала слова монгольского духовного наставника. «Помни, Монголия имеет значение». Так какие же тайны и силы влекут туда людей? И как в нашем современном ритме жизни монголы продолжают сохранять древние традиции и культуру своего народа? Еще в далекие 70-е годы прошлого столетия одним из первых, кто открыл для себя величие и силу монгольских степей, гор и людей, населяющих этот прекрасный край, был якутский художник Афанасий Николаевич Осипов. По его живописным работам северяне узнавали неизведанные просторы, захватывающие дух. В Монголии поражает и восхищает многое. Здесь на каждом шагу можно встретить следы истории любой эпохи. Даже природные ландшафты, культурные памятники и народные традиции становятся достоянием человечества. Возможно, в этом и есть особая магическая сила этой страны. Это я на одно дыхание играл. Это вот, носом, вот это нос через нос берешь, ага. Вот циркуляция вот так идет. Вот можно, ну, одну ноту можно и взять там столько минут там. Ну, сколько может человек там. Первый год, когда мне, ну, как обычно, детей проверяете, вот я как раз попал вот будущему своему учителю, это заслуженный артист Монголии, единственный вот основатель этого инструмента черендорж. Вот я ему попал в руки. Он сказал: «Все, ты будешь играть на лембе». Лимба – это один из самых древних музыкальных инструментов степных кочевников. Ее звуки напоминают европейскую флейту. Музыкант и преподаватель Балдорж с детства не расставался с этим инструментом и может играть любые произведения, начиная с классики и заканчивая народными напевами. Он и сам создает композиции, завораживающие своей чистотой и особым настроением. Эта мелодия словно возвращает автора к тем временам, когда он впервые увидел девушку из далекой Якутии. Эта встреча сыграла огромную роль в жизни Балдоржа. Я после окончания училища в Улан-Баторе
Работал там в городе Эрдинете, в театре. 5 лет работал. Потом поступил в Лаудинский институт культуры. Я там познакомился с своей супругой. И вот приехали сюда. Ну, на один год приехал, вот остались уже 30 лет, получается. Вот такая история. Когда первый раз я приехал в 86-м году, зимой, это января месяц, говорили мне по телефону, одевайся тепло. Ну, хорошо, тепло оделся. Там. Приехал, с самолета вышел, я прямо рот открыл, у меня такой воздух, прямо, я так застыл, куда я приехал. Туман, тогда же очень много, это, слишком туман было. Ну, вот. А сейчас уже это зима, даже если зима нет, то скучно. Основным языком общения молодой семьи Ларисы и Балдоржа стал русский язык. Но постепенно Балдорж сделал для себя одно открытие. Я вообще сначала не понимал, как ты между собой разговариваешь. Что это? Потом я начал улавливать знакомые слова. То, что означает. Сейчас понимаю полностью. Потому что у меня друзья все якутиши. Культура и музыка двух народов стали главным мостиком, сблизившим Северный край и Центральную Азию. Но Балдорж, живя в Якутии, не забывал традиции своего народа. Мальчик это 5 лет постригает волосы, девочку 3 года. Сына такой длинный волосы был. Чтобы мальчика надо постричь, то 5 лет держит. А вот я держал здесь 5 лет. Увез в Монголию. У меня родители живы и здоровы были. Он с дедушкой первый раз там постригли на лес. Ну, как праздник делать, печально такой. Пошел такой. Родственники приезжают, там скачки официальные. Честь этого. Праздник Тах – это особенный день для мальчиков и девочек. Этот обычай уходит корнями в далекое прошлое. Были времена, когда в Монголии была высокая детская смертность. Когда ребенок доживал до 2-3 лет, то у родителей появлялась надежда, что он останется жить и будет продолжать их род. Чтобы не привлекать к младенцу внимание злых духов, детей до определенного возраста не стригли. Но когда наступал этот благодатный день, при большом стечении родственников совершали ритуальный постриг волос, после чего человек как бы рождался заново. Ну, я вот часто езжу, да, во-первых, часто езжу. Сейчас вот друзья, товарищи, земляки приезжают. И у нас в Северо-Восточном государственном университете наши земляки учатся, дети, 13 студентов, с ними общаемся. Во-первых. Во-вторых, вот, Хатас это же почти Монголия, степь, вот как замечательно. Он, с стороны Хатаса приезжает, там степь, там лошадей, наверное, видели, да, по дороге. Вот коровы тут ходят, лошадей, баран не хватает. Езжу туда, больше места я не могу там. Меня прямо тянет. Говорю, все, я домой поехал. Вот так.
Действительно, я свою сознательную свою жизнь вот здесь, в Якутии. Любимая жена Лариса Егоровна, дети Анастасия и Тимур, внуки и вторая родина – это главное богатство и счастье Балдоржа. Как говорит музыкант, про музыку не надо рассказывать, ее надо слушать, и только она способна объединить людей всего мира. Действительно, в монгольской культуре музыка и живопись – самые распространенные виды искусства. Если музыка рождается в душе, то изобразительное искусство берет свое начало из древних пентаграмм. Они служили тотемами племен, населявших Центральную Азию. В Монголии как нигде ценятся семейные традиции и история происхождения рода. А само их жилище, монгольская юрта, выглядит как произведение искусства. Национальный колорит в виде орнамента в архитектуре Монголии несет не только символическое значение, украшает, облагораживает, но и создает индивидуальный облик монгольской юрты. Возможно, в таком жилище рождаются новые идеи, которые ложатся на полотно и радуют взгляд поклонников живописи. Что об этом думают сами хозяева степи? Когда у человека есть что любить, когда тебя окружают любимые люди, семья и спокойно в душе, все это влияет на творческую жизнь. Поэтому я самый счастливый человек и муж, и художник. Так начиналось наше знакомство с семьей художников из Монголии. Автором идеи персональной выставки супругов хозяева степи выступила председатель общества монголо-саха-сотрудничества Амар Жаргал. Прежде чем говорить о работах, привезенных в Якутск, мне хотелось узнать, что они вкладывают в понятие «монгольская любовь» и «монгольская семья». У нас есть такая пословица: «любовь внутри, а жесткость снаружи». На словах мы очень строго относимся к своим детям, требовательны к мужьям, а внутри сосредоточена вся любовь. И чтобы не испортить, мы храним любовь и не выставляем ее на показ. Но моего мужа любят по всей земле, его много людей знает во всем мире, поэтому это очень большая любовь к нему. Необычное для нас имя Аюнбаяр с монгольского означает «ум и праздник». Возможно, поэтому свое творчество она посвятила цветам, украшающим нашу жизнь, приносящим в дом радость и счастье. У монголов очень разные имена, потому что мы 200 лет были исторически связаны с Маньчжурией. У нас много тибетских имен, монгольских, санскритских. Мое имя означает «среда», так как я родился в этот день. У брата имя связано с понедельником, а у второго старшего брата имя «суббота». Хагвасурен родился в семье известных в Монголии врачей в седьмом поколении. Отец и сын в своих профессиях достигли таких высот и всеобщего уважения, что их имена вошли в британскую энциклопедию. Сын как известный художник, а отец как знаменитый хирург. На меня повлияло то, что мой отец хирург. Все говорят, что у него золотые руки. Наверное, пластика рук и пластика ума – все это повлияло. И от того, что я очень любил рисовать, поэтому я и стал художником. Самая объемная работа Хагвасурена изображена на холсте длиной 15 метров. Картина называется «Шесть сокровищ государства», и она посвящена монгольской борьбе. Издревле этот вид спорта почитали так, что принимали участие и стар, и млад.
Победители становятся героями Монголии и получают звание сокол, ястреб, слон, священная птица Гаруда, лев и исполин. В табеле о рангах исполин – самое почетное звание. И не зря так его нарекают, ведь он должен пройти 10 туров, поборов 1024 борца. Мой муж очень привлекательный в плане мышления. Всегда идет впереди всех, что-то новое изобретает, находит новую технику в живописи. Мне эта изобретательность очень нравится, и он для своего творения очень много исследует. Его творческий подход, как он готовится, это меня поражает. Он в жизни такой тихий, а на улице все на него оборачиваются. У него особенная энергетика. Художник, как человек ищущий, берется за крупные исторические проекты. И среди них музей-дворец, посвященный хатунам легендарного рода Чингисхана. Портреты женщин степной аристократии стали украшением провинции Хэнтей и всего монгольского государства. В северную столицу Хагвасурен привез картины, выполненные на шелке. Если во всем мире известны шелковые картины и каллиграфия китайских мастеров, то в Монголии этот вид искусства начал развивать именно он. Как он пришел к этой технике рисования и в чем специфика работы над такими полотнами? После окончания колледжа, как и все художники, я стал искать свою манеру рисования. Очень много испробовал. Сначала рисовал на маленьких лоскутках шелка. Потом подумал, а почему бы не рисовать на полотнах шелка? Это была новая идея в то время. Всем понравилась такая идея. Конечно, это очень трудно делать, требует больших усилий, терпения, но я полюбил эту технику рисования. Специфика работы по шелку требует большого навыка. Если ты нарисовал одну линию, то невозможно ее стереть. Тем она и отличается от работ маслом. Масло можно поменять или добавить, а здесь ошибки недопустимы. Многие работы художника выставлялись в азиатских, европейских странах и в Америке. Проведение персональных выставок, кропотливая работа над новыми полотнами – все это требует не только времени, но и сил и энергии. Где же художник черпает свои образы? Художники по-разному говорят о своем вдохновении, как оно приходит. Я очень много читаю, люблю природу. Я путешествую и от жизни беру все хорошее, чтобы вобрать в себя, и все эти мысли и все эти образы соединяются и получаются картины. В каждое художественное полотно он вкладывает идею, которая волнует его, и все работы наполнены особым почерком мастера, ненавязчивой колористикой, которая не свойственна в изобразительном искусстве Монголии. Самое первое, на что я обращаю внимание, это природа этой страны и люди. А городская жизнь меня вообще не интересует. Мне все время хочется на природу. Не буду лгать, что мне больше нравится, горы или степи. Это не будет правдивым в том плане, что охотник любит всю природу, как радугу. Если один цвет радуги отсутствует, то это не будет радугой. Поэтому все ландшафты, все места хороши по-своему. Два художника в одной семье и три дочери, увлеченные музыкой. Как в одном пространстве уживаются творческие люди? И в чем же секрет гармоничных отношений в монгольской семье?
Конечно, художнику нужно знать многое и собирать информацию об окружающем мире. Поэтому я к его поездкам отношусь очень положительно. И наши дети к этому относятся с пониманием, что у папы такое хобби — путешествовать. Но мы все вместе тоже путешествуем. А в остальное время все домашние заботы на моих плечах. Я все это делаю волшебной палочкой. Какие эмоции увезут с собой монгольские художники из Якутии? И будет ли продолжение у этого путешествия? Я приехал в Якутию как на родную землю, как к родственникам. У нас лица очень похожи. Чем больше знакомишься с якутянами, то мне кажется, что они становятся более открытыми людьми. Цвет природы, цвет души человека. Я не могу передать словами то, что чувствовал. И все эти чувства я хочу вылить на полотно. Музыка и изобразительное искусство Монголии. Люди, одухотворенные идеей творческого процесса. Благодарные зрители, получающие новые эмоции и ощущения. Это путь, соединяющий нить времени. И пусть эта нить не прервется, а путь будет бесконечным.